Немгештерн. Здравствуйте. Сколько будет построить мою статую в отце? 6666. Не знаю. В отце уже 2 мои статуи, нужно 3. Моргенштерн, где они стоят? Я не знаю, где они стоят. Сколько... Я не знаю, сколько... Как я могу знать, сколько... У меня нет таких праздничных слов, что это? Я не знаю. А как выглядит статуя? Как... Зайди, увидишь. Я не знаю. Я могу построить... Ну, это какая-то бомжатская, если честно, вот это... Ну, блядь. Я готов потратить свои, все свои самые редкие ары, короче. Вот ары в обычном камне, они, ну, очень редкие. Я могу построить из них, в теории. Из них, вот, могу построить. Но я не знаю, сколько это, я не знаю. Короче, как чувствуешь? Типа, куда? Я не знаю, могу построить. Вот, что еще у меня есть дорогого? Это, конечно... А как выглядит мне Моргенштерн? Я знаю, короче, я придумал. Я уже придумал, у меня уже есть концепт-план для статуи. Короче, это будет статуя со смыслом. Сейчас мне нужно взять вот это вот. Короче, это будет... Блядь, у меня уже есть идея. Сделаю статую... Что? Писающий мальчик? Твое слово закон, мой господин. Короче, она будет стоять тут. А вы все статуи не Моргенштерна да, строите, мне, да? Я строю статую не Моргенштерна. Смотри, а вот моя статуя не Моргенштерна. Да? Блин, да, у меня тоже. Ну, конечно, не очень. Я сейчас перестрою. Правильно, перестраивай, делай красиво. Отрабатывай. Так. Сейчас. Все. Последние штрихи. Звони сестра, кстати. Да, чё если ещё позвонить, когда мне зашёл не Моргенштерн? Что тебе надо, сестра? Ёшкин, кошкин, так, а ну-ка, полюбуйтесь пока. Вам, как по мне, получилось реально неплохо. Но просто эту вишку, чтобы не сносили. Лаврик, привет, смотри, это я построил статую привет, не Моргенштерна. Смотри, какую я там статую строю. Это нет, у меня круче! У меня сейчас будет круче! Иди нахуй, это мой донатер, иди нахуй! Блять. У меня круче, я твою статую снесу нахуй. Я ее сожгу сейчас. А ты мою заебешься сносить. Здравствуйте. Оцени. Да. Скажи честно, я тебе дам один адрес, скажешь, что моя круче. Какая лучше, вот это вот сзади большая, которая строится? Вот это вот. Ну, если вот это тоже. Или вот это вот. Ага, а какую вы расстроили? Вот эту. Ну, я считаю, вот это лучше. Это правильный выбор. Это правильно, блять. Нет, смотрите, по сути. Ну, конечно, если я снесу чью-то постройку, это будет некрасиво, правильно? Вот. Но если я дам кому-то аров, чтобы снесли моих конкурентов, это как бы... Это так можно по таким правилам играть, не Моргенштерн? Как бы... Если будет больше, чем у Супердена, заплачу. Блять. Не Моргенштерн. Ладно, нет. Такие челленджи я люблю, типа... Это изи. Вот это вот перегнать по высоте легко. Вот это вот... Чел. Оу, мэн. Лаврик, могла мне строить огромную статую не Моргенштерна? Это что такое у него сейчас? Это нога одна. Так. Нужно прокладить апостамент. Сейчас. Ладно, нет, потом, ну, как бы, даже если Кирилл что-то там этот повозникает, я потом просто... Скажу, что я все снесу, и все, и снесу, и все. Алло, здравствуйте. Его тут нет. Кого? Суперденса. Суперденса нету, его нету. Короче, он знаете, где стоит? Он на спавне, на спавне. Он на спавне. Блядь.
Супердан на спавне, на спавне. Давайте, бегите. Съебался! Суперден, твой план дерьма, блять. Блять, выйти из отца. Вот Суперден. Нет, супер... я их нанял, он может. Суперден на спавне. Они это мои, хуйня. Они мои. Нет, я им... Нет, не на складе. Не на складе, выйдите. Я Вы в ЧС отсосите. Они не в ЧС отсосите. Я вношу. Я их нанял деньги. Я прям сейчас вношу в ЧС отсосите этих людей. Я сейчас, блядь, тебя вынесу в ЧС отсосите. Ага, и сейчас я вынесу твои ебало, блядь! Ты нахуй, иди нахуй. Пойдемте, блядь. Давай, давай, давай. Давай, Суперден, давай. Удачи. Удачи. Удачи, Суперден, тебе удачи. Я ж потом просто статую наращу и все. Боже. Лаврик, пофиг, строим до конца, потом будем наращивать еще. Мышцы будем наращивать огромные. Блять, вместе идея, знаешь что? Блять, короче, смотри, если у него будет больше, мы знаешь, что будем делать? Мы сделаем Моргенштерна в Т-позе, и у него будут руки тянуться на миллион километров. И она получится больше, чем у Супердена. Туда! Супердан, ты проиграешь эту битву! Бля, это просто соседи, это просто блять, нас ебнут. Блять, меня ебнут. Ладно. Я снесу потом сам. Чё уж. Ну и боже, блять, ну у него уродская. Ну реально. Ну что это? Не стильно. Так. Он твой ар пиздит. Блять, в смысле, что за хуйня? Дэн, блять, так нельзя, алло. А вот так нельзя, Дэн нахуй. Блять, я пошел разбираться. Алло, блять. Что за хуйня? Да, я строю больше, чем давай, у него. А давай ары или плюс суд. Давай, ладно, сейчас сам, ладно. Дэн. Давай объединимся. Нет, такие жары. Да, такой. Да, нет. Да, на, бери. Так. Там даже больше. Дэн, давай объединись, против него построим статую в два раза больше, чем... Давай, вот, мою строй, давай. Мне помогай. Погнали. Не. Все, как ты, иди нахуй. Чел, ты, блядь, у меня гениальный план, иди нахуй. Да пошел ты нахуй. Си-си-си-си-си, он не знает еще моего плана. У меня в любом случае будет больше, потому что у меня, во-первых, уже огромная она. Чё говоришь? Сходи, пожалуйста. Ба, какой я гений, что сделает эту Т-поза. Блядь, боже, я реально гений. Найс! Не, все, не надо приходить. Милян, привет! Оцени статую не Моргенштерну в той позе. А ты потом можешь меня снести, пожалуйста, по-дружески? Спасибо, Милян, тебя люблю. Блять, что вы здесь делаете? Вы что, ебанулись? Артур, помоги, пожалуйста, помоги строить камень, строить руки статуи не Моргенштерна. Помнишь, он тебе донатил миллионы? Пожалуйста, помоги, ты же помнишь его. Помоги, ладно, пожалуйста. Давай, камень дай. Сейчас попадем вместе, возьмем. Камень. Ну меня больше очевидно, блять. Ага, тупой Дэн. Хи-хи-хи-хи-хи. О, у меня даже. Оу, щит. Все, мы доделали. Голосование. У них не может быть больше блоков, потому что у них. Если бы она у них была целая, полная. Вот, она у них, короче, вот, видите. Она у них просто. Ой, блин. Она у них просто, видите, пустая. Она у них не может быть больше. У нас блоков по-любому больше. Кто победил? Не знаю, еще посмотрим. Там решает не Моргенштерн. Вот. Стоп, стойка. Все, я остановился. Мы остановились за нож. Стоп. Наши, ребята.